2500 участников, 70 коллективов, и лучшим среди них был признан дагестанский ансамбль. В Грузии завершился международный фестиваль фольклора «Морская гармония 2015». Проходил он в 11 раз в городе Кабулетти. В течение 5 дней творческие коллективы из разных стран должны были показать свои таланты в 3 номинациях – хореография, вокал, современные песни и танцы. Главную победу гран-при конкурса в номинации «Хореография» присудили коллективу «Ватан». Дагестанский ансамбль участвует в конкурсе впервые. Мы очень рады, что в нашем городе первый это случай, что с Дагестана, с Кавказа вот такой хороший коллектив приехал, как «Ватан», его руководитель, его все дети, все участники фестиваля. Мы очень рады. После вручения наград торжественная церемония завершилась праздничным салютом.